Друзья, всем здорово! Я не заставляю никого курить и не говорю, что Айкос и прочие устройства являются полностью безопасными. У вас своя голова на плечах и решение полностью за вами. А для тех, кто курит, хочу поделиться важной информацией. Я нашел очень крутое устройство, что по сравнению с ними Айкос и Гло просто отдыхают. Если вам понравится обзор, то поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. Если есть какие-то пожелания по видео, тоже пишите. Приятного просмотра! Первое, про что хочу рассказать, это его дизайн. Он очень приятный на ощупь, похож на Soft Touch пластик. Он немного больше, чем Айкос 2.4, но в разы меньше, чем Гло. И по габаритам примерно такой же, как Айкос 3 Мульти. Даже на пару сантиметров он уже и на пару сантиметров он короче. Вторая фишка его – это LED-дисплей. Симпатично так смотрится, на котором показано очень и очень много интересных функций, про которые я вам сейчас детально расскажу. Третья его фишка – у него есть регулировка температуры до 300 градусов. Очень часто стики бывают сильно влажные или сильно пересушенные, и благодаря регулировке температуры будете контролировать этот момент и не терять вкус стиков. Четвертая интересная фишка, на LED-дисплее показано, сколько вы стиков скурили. И показывает сеанс курения, и за 15 секунд он вас предупредит, что скоро конец, рекомендуется сеанс курения 3-4 минуты. Сеанс курения вы также можете вручную самостоятельно контролировать. Для этого необходимо 5 раз нажать на круглую кнопку и уже выбираете время, которое хотите поставить. Пятая фишка – это его батарея. Тут 900 мА, и на одном заряде можно выкурить бесперерывно до 20 стиков. Даже в Айкос 3 Мульти меньше. В Айкос многие жалуются, что ломается лезвие. Но тут же стержень настолько толстый, что гаджет можно применять даже для самообороны от гопников. И намного проще стержень чистить, ведь он легко доступный. Седьмая фишка, тут есть режим самоочистки. Гаджет нагревается до температуры 500 градусов и нагар отпадает. А сам колпачок можно очистить классическим методом, например, лимоном. Видео про чистку Айкос лимоном у меня есть на канале. Сейчас доступно в черном цвете, но в скором времени будет еще доступно синий, красный, хамелеон. А цена на него сейчас акционная, 1500 гривен. Купить можно по Украине, а также есть доставка в Россию. Кто желает приобрести, обращайтесь в магазин по ссылке в описании. Помимо стандартных характеристик, дам пару советов лично от меня, на своем опыте. Я с ним хожу уже примерно неделю, и уже понял несколько интересных моментов, которые нужно выполнять. Выставляйте температуру на нем примерно 240 градусов, можно даже 220. Если хотите больше накуриться, то выставляйте температуру 280 или даже 300. От температуры зависит вкус стиков. Температуру можно менять прямо во время курения. Для того, чтобы батарейка хорошо держала, рекомендуется около 5 раз полностью разрядить и зарядить батарею. Первых пару дней батарейка будет быстро садиться. Будете делать так, как я рекомендую, и будет все отлично. Батарея выдержит до 20 стиков, если на нем будет стоять сеанс курения 3 минуты и температура 220 градусов. Для того, чтобы начать курить, необходимо 3 раза быстро нажать на круглую кнопочку. Все, он включился, начинается прогрев самого устройства. Вот я уже выкурил 29 стиков за все время. У меня стоит сейчас температура 230 градусов и сеанс курения 2,5 минуты. Вот кнопочка для регулировки температуры. То есть вы можете вот прямо напрямую во время курения температуру изменять. Если вы уже накурились, не хотите курить, нажимаете снова 3 раза на кнопку и сеанс курения завершен. Для того, чтобы изменить сеанс курения, необходимо 5 раз нажать на круглую кнопку. Начинает вот цифры моргать, вот сеанс курения, и вы себе уже выставляете 3 там, либо 4 минуты. Нажали снова на круглую и все. А для того, чтобы запустить режим самоочистки, нажимаете 8 раз на круглую кнопку.
У меня немного маловато батарейки на нем, скорее всего, оно не запустится. Ну да, вот моргает, что батареи мало, и поэтому сейчас я его поставлю на зарядку, и надо будет его хорошенько почистить. Заряжается он примерно 1,5 часа. И это все добро, этот весь функционал, я считаю, как для такого крутого устройства недорого. Как я говорил, ближайший его конкурент это IQOS 3 Multi, но он на 800 гривен дороже, и то даже в нем таких фишек, как в этом устройстве, нету. На этом и все. А кто захочет приобрести по акционной цене за 1500 гривен, переходите по ссылочке, которая в описании, на Instagram. Приятных покупок, всем успехов, добра и побольше бабла!